Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами за кадром Кристина. Сегодня я подготовила для вас оформление своего августа. И если вам интересно, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. Желаю вам приятного просмотра. Просили меня почаще снимать данные ролики, потому что 2 месяца прошлых я их не снимала, их уже потеряли. И давайте мы возобновим эту рубрику. Немножко по-другому заполняю свой ежедневник. И начнем с того, что я вот так неказисто и очень некрасиво, на мой взгляд, оформила разворот августа. Но, тем не менее, я сделала все, что могла, как исправила, так и исправила. И я решила его украсить немножко разными вырезками из журналов. И вот с этой стороны я сделала книжную статистику, чтобы помнить о ней всегда. Именно с нее я начала месяц август, и у меня здесь уже есть 2 книги, и дальше я буду записывать по очереди книги, которые я прочитала. У меня здесь название книги, автор, начало, когда начала читать, закончила, и страница. Страница — это так, для того, чтобы себя потешить. Итак, давайте оформим этот разворот и покажу вам, что у меня дальше. Ну так, я думаю, смотрится намного лучше. И давайте перейдем к следующему моему новому развороту. Это цели. Я приклеила уже вот такие вот прямоугольнички, на них написала карандашом цели. Сейчас мы их будем оформлять. Приклеила стикер цели. И давайте приступим к этому развороту. Is anybody out there?
Вот так я оформила разворот со своими целями. Я выделила, получается, 7 основных целей. И некоторые из них я уже начинаю реализовывать. Я снимаю видео 4 числа, и вот так я оформила разворот. Сейчас мы с вами оформим вот этот разворот. Я его немножко уже здесь заполнила. Написала название месяца, фильмы, to-do list. Я ничего не поменяла. У меня также остаются дни недели вот в таком порядке. И немножко с вами заполним. Возможно, вам покажется это интересным, и вы начнете заполнять свой ежедневник точно так же. Нравится, я его буду постепенно заполнять, так как дела некоторые перейдут с этой недели на эту. Здесь мы еще, кстати, сделаем прогноз погоды, я сделаю, и еще нужно выделить, какие видео у меня будут выходить на канале. Это понедельник, среда и пятница. Понедельник это будут покупки косметики, в среду это будет ежедневник, а в пятницу это будет мой июль. Влога на этой неделе не будет, и также не будет влога последующие 2-3 недельки. И также я здесь сделала небольшой трекер привычек. Я сейчас напишу трекер слово. Ну и все, на сегодня это все. Если вы досмотрели данный ролик, то поставьте обязательно палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше интересных роликов. А с вами была Кристина. Желаю вам хорошего настроения. Всем пока-пока.
Is anybody listening? Can you see us moving? Is anybody thank you.